Ребята, всем привет! Я первый раз сегодня взяла камеру после того, как мы приехали с Италии. Все не было времени. Пока все перестирала, пока все дела, что накопили, сделала. Еще кое-что тут случилось, нужно было тоже это, ну, во-первых, сделать, а потом это все переработать. Было тяжело. Ну, обо всем давайте поподробнее сейчас расскажу. Вот. Ну, хотела немножко рассказать о том, как мы были в Италии. Ну, в этом году действительно было столько народу. Ну, это неплохо, жизнь кипела. Так здорово. Очень нам понравилось. Это окунуться как бы в нормальную жизнь, что ли, опять. После всех этих ограничений, после всех этих локдаунов, походить по ресторанам, походить, посмотреть, там было в этом году очень много концертов. Лайф-музык, люди пели, да. Хорошо было, очень хорошо, нам очень понравилось. И мы тоже в этом году были такие активные, мне понравилось. Мы ездили в Аусфлюги, мы вообще не сидели дома, гуляли постоянно, и утром, и вечером. С собакой еще тем более, да, выходили. Ну, с собакой выходили там по очереди, иногда и с собакой гуляли. Вот. Ну, уже вечером, когда сильно людно было, мы его, конечно, не брали с собой. Немножко погода подвела. Вот первые 3 дня, с понедельника до среды, вот как-то было облачно, ветрено. Первый день, когда мы приехали, тоже было холодно. Вот заходили в море и было холодно. Вот выходишь, да, пока в воде тепло, когда выходишь, прям так, ну, ветром обдувает, прям холодно рихтит. Что вы думаете? Я на 4-й день заболела. У меня ангина. Ну, слава тебе, Господи, что она не была такая уж сильная, да, поэтому я... Ну, конечно же, я никакие медикаменты с собой против ангины не брала. Ну, обезболивающие там брала, но... В принципе, меня очень воспалились гланды, да, но, слава Богу, она... Не было температуры, ничего, я взяла такие, ну... Леденцы, вот, с кройтером такие, да, и вот... Они мне очень хорошо помогли. Ну, как-то быстро у меня. 2 дня я похандрила, но я себе не давала там расслабиться. Все равно ходили на пляж. И я себе не разрешила болеть, в общем. Вот пришла, приехала домой, и тут у меня цепануло. Первые 3 дня мне прям хорошо было. Вот. Я чихала, головная боль была немножко. Ну, потом... Сейчас я уже нормально, все хорошо. В общем... Ну, хотела рассказать я про тесты, да, вот что многих там интересовало, тесты. Да, у нас, кто не знает, да, кто не живет в Германии, ввели середины августа, те, кто возвращается обратно в Германию, будь ты в командировке, будь ты там в отпуске, в общем, все равно откуда. Ты должен сделать тест в стране пребывания, где ты находишься, на COVID. Вот. Приехали мы туда, но там, в принципе, на любой аптеке висят объявления с адресами, где можно сделать тесты. Там во многих местах термальбады делали, на самом пляже там стояли 2 палатки, они все платные, где 25. В общем, цены колеблются от 25 до 40 евро. Вот. Ну, мы как-то шли и увидели с вами на аптеке висит... Ну, такое объявление с адресами, и там было написано, значит, Портухуара, и написано Фрай. Но мы решили, что бесплатно, да? И вот у нас было такое в планах, что мы сделаем Портухуара тесты бесплатные по дороге домой и поедем. Вот так мы с ним решили. Ну, ладно, поехали мы в агенцию сдавать ключи, значит, наши. Приезжаем, а там тоже такое объявление висит, и, значит, написано Портухуара. И там адреса, где можно сдавать тесты, да? Написано Портокуары 25, нет, 22 евро. А мы-то уже рассчитывали, что мы бесплатно сделаем, да? Жалко как-то нам денег этих, чтобы тест, на тест, за тест платить. Это можно один раз в ресторан сходить покушать хорошо. Ну, в общем, вот так. Ну, что мы посмотрели с вами друг на друга? Ну ладно, раз уже мы решили, что мы поедем в Портухуара, поехали в Портухуара. Ну, приехали мы туда, покрутились,
заехали в обувной магазинчик, купили там кое-что, чтобы уже пустыми руками не выходить. В принципе, я много ничего не покупала в Италии. Я купила себе не кроссовочки, одни сандалики и одни сережки. Ничего интересного. Потом, может быть, как-нибудь покажу в следующих влогах. Вот. Ну и решили мы тест не делать, решили рисковать. Ну и Ваня говорит, давай не поедем через Мюнхен, а давай поедем на Фюссен. Ну сначала заедем на Гарда. Он хотел заехать в один город. Я снимала, сейчас просто не могу вспомнить, как этот город называется. Ну потом я сделаю еще отдельный влог. Покажу, в какой мы город заезжали, красивый город. Понравилось нам там. Вот. Туда заехали, потом поехали на Рихтунг Фюссен. К нам сюда это. Это где? Ну, в Рихтунг Ульм, Фюссен, туда. Вот. И мы были рады, что мы поехали, что выбрали это. Потому что когда мы ехали туда, Ваня уже смотрел, есть ли на таможне, когда въезжает в Германию кто-то. Кто-то стоит ли там или нет. Там было, когда мы туда ехали, 28-го мы ехали, да, там, на полицейских, ну, Ваня человек 15 насчитал. Они, правда, стояли и машины вытягивали вот из потока, и выборочно они проверяли. И это мы видели. Поэтому мы так и решили, что мы домой там не поедем. Если мы тест не сделаем. Ну, в общем, раз так мы и решили тест не делать, то мы поехали через Фюссен. Вот. Ну, он задал в навигационную систему вот это все. И она повела нас, знаете, через перевал, через Зюттироль, через вот такие вот и вот такие вот дороги. Но, кстати, мы не пожалели. Ну, может быть, немножко тяжело как-то было, но в принципе это так красиво, мне так понравилось. Это Зюттироль, это ну что-то, там прям как сказки, очень красиво. Так что хорошо, что мы там поехали, хоть кое-что посмотрели. То, знаете, на одной дороге все надоедает ездить. Может, что-то другое посмотрели. Вот. Ну, в общем, там, если через Фюссен мы ехали, там тоннель, да, был. И вот в тоннеле я уже видела, на стене висел, ну, знак Deutschland. Да, в общем-то. Мы в тоннель въехали, вот мы и в Германии. Никого не было там, никаких ни полицейских, никакого контроля, ни палаток, ничего не было. В общем, нам проехали мы без проблем. Но по приезду домой, да, Ваня тут знакомого встретил, говорит, что его знакомый с Мергена, да, с нашего города, где мы живем, они ехали тоже с Италии, но неделю раньше, чем мы. У них проверили, их проверили выборочно тоже, вот как я говорила, и дали им на семью 2000 штрафа. Представляете, у меня возмущения нет предела. С кого деньги драть? Конечно, семье, с детьми, пополнять бюджет вообще. Нет слов, до какой степени вот это все возмущает. Вот. Добровольно принудительные прививки у нас, да? Она добровольная. Ну, ты поставлен в такие рамки, в такое положение, что без этой прививки, ну, тебя скоро вообще даже на работу, наверное, не пустят, да? Ну, я, в принципе, не была противником прививки, да? Я хотела прививку делать. Единственное, что я хотела делать спутник. Как-то я, ну, не знаю. Посмотрела, много читала, да, вот этих прививок у наших было много всяких осложнений. Ну, а может, о спутнике я не имела такой доступ. Ну, по крайней мере, меньше, да, я прочитала и увидела, узнала меньшее количество, чем те, которые у нас использовали в Германии. Ну, теперь это уже все равно не суть. Сегодня я сделала прививку первую, сделала прививку BioNTech, я и муж. Ну, мы вынуждены просто сделать. Так, я не знаю, я вообще не приверженец прививок, я и от гриппа никогда не делала прививки.
Ну, тут просто вынуждена. Во-первых, потому что у моей свекрови очень ухудшается самочувствие. Она все слабее, и хуже, и хуже. И не дай бог ее положат в больницу. Ее даже не в больницу не пустят. В больницу не пускают ни привитых. И только привитых, вернее, кто привит, кто выздоровел, переболел, вернее. И те, кто тестывается. А с 1 октября тесты будут платные. И вот ты как хочешь, крути, верти, а нужна прививка. Уже мама моя тоже уже вот за последние 2 месяца уже 2 раза тоже в больнице была. Там, не дай бог, что случится. Наверное, нужно будет в больницу ездить. А тесты, как говорится, не наделаешь. А куда деваться? Надо делать. Ну, пока не могу сказать. Я ничего не почувствовала. В общем-то, я в 8 утра делала прививку. Сейчас уже почти 12. Первые, может быть, полчаса как-то, что ли, мне показалось, что немножко сердце чаще билось. Все, а теперь все, чувствую себя отлично, пока ничего не могу сказать, что что-то болит, либо какие-то изменения чувствую, нет, ничего не почувствовала больше. Ну, вот такие новости. Ну, еще вот неприятная новость ждала, когда приехали, конечно, домой, когда... Дочь мне еще написала, когда я еще в отпуске была, ну, в Италии еще когда были, что написала, что вот у меня же щенки маленькие. Вот. Родились их 6, один умер на 2-е сутки, мальчик, тоже у него что-то было с кишками, да, и, в общем, мы усыпили во вторник, прошлый вторник, нашу девочку. Была его сестренка, которая была черная, вот парочка вот этих черных, какие-то они вот, у них какой-то пошел филлер, какой-то сбой на генетическом уровне, видимо. Жалко, это было очень тяжело, конечно. В общем, у нее не развилась 12-перстная кишка, да, и у нее не было выхода для кала. В общем, дырочки вот это не было там, ну, не было, заросшее все было. Приехали мы к ветеринару, посмотрел, он нам сказал, говорит, ну что, что вам я скажу, на малышка ей 400 граммов не было. Что, я не могу вам сказать, что будет она жить, нет. Это дорогостоящее, конечно, мероприятие, там нужно было проводить обследование какое-то специальное, вот он объяснял. Потом надо будет делать операцию. Оно можно было делать, это операбельно было. Но никто не давал гарантию, что она будет после этого жить. Ну и, конечно, ну он нам предложил, что собачку не мучить, усыпить. В общем, мы сначала сказали, нет, нет, подождите, мы, ну, подумать. Он говорит, да-да, думайте, конечно, но недолго, говорит, думайте, потому что у нее скоро начнутся проблемы, она начнется мучиться. Вот. Ну, мы вышли с дочей, посмотрели друг на друга. Ну, Николь у меня, конечно, сильная девочка. Молодец. Нет, нет, мама. Давай сейчас. Ну и пошла, в общем. Сама я осталась в машине, у меня там сопли, слезы. Я рыдала. Вот. Усыпили. Вот. Осталось у нас теперь 4 щеночка. Вот такие новости ждали меня дома. Ну, это жизнь. Вот, Ваня тоже говорит, если так все это, ну, эмоционально воспринимаешь, тогда, может быть, тебе больше не нужно заводить щенков. Ну, я говорю, ну, может быть, это пока, ну, все равно это очень тяжело. Тяжело, я просто такой эмоциональный человек, жалко. До сих пор ее глазки вот перед глазами. Ну, ладно, не будем о грустном, а то я расплачусь опять. Вот, ну, а так... Возвращаются будни, ай так, забот, полный рот, вернулись домой, хватит отдыхать, нужно работать, сегодня, кстати, мне уже и на работу, но я работаю только вечерами, ну и что хотела вот сказать про бабушку, да, про свекровь, ну, девочки там спрашивали, бабушке моей совсем поплохело,
Кушать перестала сама, ходить практически сама перестала. Вот утром вообще ее поднять не могу. Хорошо, Ванина племянница приходит. Танюша, Танюша, ты будешь меня смотреть. Спасибо тебе огромное. Она приходит утром и помогает мне. И мы вдвоем ее как-то вытаскиваем кровати, переодеваем сами. В общем, она уже не кушает сама, не пьет сама. И кормлю я ее сам, уже сама. Пить ей, если ей не дашь пить. В общем, все хуже и хуже. Ну да, ей 92 года. 93 будет в марте. Надеюсь, доживет. Хотя мы предполагаем, Бог располагает, да? Посмотрим. Посмотрим. Ну вот, вроде все новости вам рассказала. Ну, еще, конечно, я тут немножко напортачила. Как всегда, Лена же без портаков не может. Приехала. Вот. Вы знаете, я купила, вернее, когда заказывала кухню, заказала вот такой шпильбекен у меня, да, моща, ну, раковина. Она из натурального гранита. И вот там такие микропоры, да, знаете, вот такие. И вот мне говорит биратор. Ну, я бы вам не советовала, если вы не... что она очень плохо в обиходе. Ну что, она забиваться будет, будут пятна. И, ну, чуть ли не день и ночь надо с тряпкой возле нее стоять. Я думаю, ну, я же мою каждый день. Все равно я взяла ее. А теперь я, когда первый год, скажу, нормально все было. Второй год вроде ничего. Но на третий год начались проблемы. Начались вот пятна там, пятно здесь. И его невозможно ничем убрать. Я уже чем только не пробовала. Девочки, вот у кого есть такие гранитные шпильки, которые девочки в Германии, может быть, и подскажете? Может быть, кто-то из вас знает какое-то хорошее средство. Вот я купила сейчас, пришло мне, посылка сейчас пришла. Я сейчас покажу вам, какое средство. Вот такое я купила. Не знаю. Сейчас попробую. Может быть, оно поможет. Я вот такое уже покупала. Там написано, что все, такие, все пятна убирает. Харкнекиге Алис. Ну, она жидкая такая, разводить с водичкой нужно. Ну, вообще не помогло. Вообще ноль. Я уже взяла с дури и взяла и неразведенной водой. У меня теперь там белое пятно. Краску съела. В общем, я все время, как мне Ваня, он все время ругает, говорит, Лена, ты всегда сначала делаешь, а потом думаешь. Ну вот, уже ведь знаю. Подумай сначала, попробуй, где-то сделай пробу. Нет, все равно вот. Действия опережают мысли, хотя должно быть наоборот. Мысли должны опережать действия. Ну вот такая я. Вот сейчас буду пробовать. Посмотрю, получится, не получится. Ну и на этом буду тогда заканчивать. Чтобы вас не утомлять, и так уже наболтала на 20 минут. Еще хотела поблагодарить новых подписчиков, которые подписались. Моих подписчиков, которые остаются со мной, которые смотрят меня. Спасибо вам большое. Вот, видите? А чего вот эти пятна? Я не знаю. У меня было, значит, я готовила котлеты на такой пластиковой чаше, а в другой чаше я маринировала курицу. И вот, и я потом эти чашки помыла, когда использовала, помыла и поставила сюда на это флехи, чтобы они у меня тут стекли немножко, да, ну и буквально, я не знаю, сколько они у меня стояли, ну, может, получится. Потом я их убрала, и вот такие у меня остались пятна, представляете? И чем я уже их не пользую? Я уже бак пулвера разводила с уксусом. Я туда их втирала. Ничего не помогает. Вот сейчас буду пробовать с этим новым средством. Посмотрим, может, подействует. Шпюленполитур. Фомхотрега. Я смотрела видео. Там показывают на видео, все так красиво, все убирает. Прям. Вот это специально для вашбекенов. Ну, посмотрим. Сейчас попробую, девчонки. Вот, девочки, такая тряпочка у меня есть. Она тут пожестче, а тут помягче. Вот, для полирования. Тут мне ее. Вот от этой фирмы. Девочка моя, одна знакомая, мне подарила.
Вот, попробую с ней сейчас. Тут написано просто взять небольшое количество и arbeiten, ну, втереть вот в этот, в эти пятна. Или я комплект, я, наверное, всю сейчас полностью обработаю и посмотрю, чтобы потом, может быть, никаких не было различий в цвете. Ну, попробую сейчас. Посмотрим, что получится. Ну вот, девочки, я вот это немножко, которое пожестче стороной, прям вот так вот, вот в эти микропоры, как бы туда вбиваю, да, вот такими движениями, чтобы они попали туда, чтобы они вот эту грязь или что там у меня, почему она другого цвета стала, я не понимаю. Вот, там написано на какое-то время оставить теперь, чтобы оно впиталось, вытянуло. Но оставлю минут на 15. Что-то я прям даже не знаю. Я уже столько пробовала, мне даже не верится, что тут что-то получится. Оставлю минут на 15, а там будет видно. Ну что, девочки, как я и предполагала, деньги на ветер. Может быть, чуть-чуть, совсем минимальный какой-то эффект. Ну, как вот эти пятна, круги остались, так они остались. Я уже сейчас кипяток, думаю, может быть, это, ну, белый порошок туда впитался. Думаю, может, с кипятком выйдет. Вскипятила чайник, вылила кипяток. Попыталась еще с кипятком, просто чисто с кипятком. Никак, никак. Не знаю даже, что делать теперь. Вот, незадача-то. Мешает это мне так. В общем, девочки милые, кто уже была такая проблема, либо кто-то что-то знает, поделитесь. Ну и на этом буду прощаться. Надеюсь, до новых видео встреч. Всем пока!